Роберт, вот уже мы празднуем твой 4-й месяц от рождения. За последний месяц ты очень много всего научился. Например, ты уже уверенно держишься на кулачках, ты смеешься, ты уже огукаешь вовсю. Ты очень Сегодня любишь сосать свою ручку. ты очень любишь сосать свою ручку. Сегодня ты еще научился, малыш, кричать, очень высоко пищать. И сегодня, когда ты гулял по парку Сокольников, ты оглашал весь парк своим пронзительными криками веселыми. И очень сильно это тебя забавляло. Да. Мы желаем тебе, чтобы ты был здоровым, рос большим, развитым, был умным, чтобы ты делал каждый день какие-нибудь успехи, малыш. Чтобы твоя жизнь была наполнена радостью и счастьем. Дорогой Робушка, за этот месяц мне очень запомнилось, что ты научился классно играть с игрушечками, да? Ты уже научился их хватать и всячески развлекаться с ними. Развлекаться. Да. А еще ты начал нас с папой узнавать, смотреть на нас, улыбаться нам больше. Да, и тебе стали нравиться всякие вещички далеко от тебя. Ты уже смотришь на листочки, на деревья. Даже смотрел на закат недавно, на солнышко. Я Будь тебе здоров. желаю, чтобы твои успехи в плавании тебя очень развивали. Твоя мама уже даже с тобой плавала в этом месяце. Представляешь, Робик, это было такое большое удовольствие. Мы так рады, что ты с нами, что ты появился и что ты растешь таким хорошим толстячком. Пожалуйста, кушай вкусно, радуй родителей, а мы постараемся тебя радовать. Давай задувать свечки. Давайте. Загадываем желание Загадываем желание. про нас всех троих. Давай. И доживай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Robert. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Robert. Happy birthday to you. Бабушка, в честь твоего дня рождения, наш любимый малышок, мы съедим вкуснейший тортик от Рената Агзамова. Пробуем, продегустируем, что там Ренат для Роберта приготовил. Да? Вот так, Один еще поцелуй. с Два, облепихой три, тортик, а третий с клубникой. четыре. Все, пора есть тортик. Пора есть тортик.